предварительном голосовании по отбору кандидатов в депутаты поселения Барвихинское принял участие каждый восьмой житель. Победителем праймериз стал мэр города Одинцово Александр Гусев. Наметился лидер, это Александр Бенч Гусев, вы его уже знаете. Человек с богатым политическим опытом, с опытом управленца большим поселением. Александр Бенч до сегодняшнего дня управляет, это городское поселение Одинцово, 147 тысяч здесь проживает. Количество проблем, объектов и, так скажем, хитросплетений в хозяйстве гораздо больше, чем в Барвихинском, поэтому я уверен, что опыт и политической борьбы, и хозяйствования позволит Александру Берчу в дальнейшем и управлять в качестве главы. Открывая встречу, глава района поздравил кандидатов-лидеров с маленькой победой, а они, в свою очередь, рассказали о себе. О том, что жители Барвихинского поселения поддерживают этих людей как одну команду, говорили высокие результаты предварительного голосования. Очевидно, что местные жители ждут перемен, им нужны новые лица, подчеркнул Иванов. Многие старые команды переходили из одного совета депутатов в другой и за последний год-полтора не оправдали надежд жителей. Предыдущий состав депутатов по гряз в политических войнах, не мог найти компромисс даже при поддержке районной администрации, отметил Иванов. Необходима была хозяйственная рука, но она, к сожалению, так и не появилась. Проблем в Барвихинском поселении немало. Связаны они со здравоохранением, функционированием системы ЖКХ, расселением из ветхого жилья, с работой объектов культуры. Эти и многие другие вопросы обсудили кандидаты, определив первоочередные цели и задачи. Если идешь, значит, должен делать, значит, должен говорить и решать. Поэтому вот мы пошли, значит, мы до конца должны быть вместе. Глава района предложил Александру Гусеву, у которого за плечами большой опыт управленческой работы, стать локомотивом этой команды. Иванов уверен, что мэру Одинцова по силам навести порядок в этом небольшом, но стратегически важном поселении. Досрочные выборы Совета депутатов сельского поселения Барвихинское состоятся 24 апреля. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».